Ну, так вот, проживаю здесь. Здесь у нас не один я нахожусь. Вот, здесь нас кормят, нормально все. Вот. Администрация, хорошие отношения. Вот, помогают всем, чем могут. Вот, у нас утром, в 7 часов утра пойдем здесь. Завтрак, вот, получает завтрак. Вот. Потом человек занимается своими делами. Там, кто телевизор смотрит, кто там своими личными делами занимается, кто-то там литературу читает. Вот. Потом после 12, это с 12 до часа у нас обед. Вот, обед тоже кормят. Ну, опять же, свободное время. Может кто-то отдохнуть, полежать, кто-то там книжку почитать, кто-то там в телефоне посидеть, кто чем занимается. Вот. Вот. Может, свобода выхода, допустим, на улицу. Человек может пойти там, походить, погулять, подышать воздухом, куда-то по своим делам съездить. Вот. И потом у нас сейчас с 8 до 9 ужин. Ужин. И в 11 часов отбой. В 11 часов уже ложимся спать. Такой у нас распорядок дня. А что я здесь делаю? Во-первых, я здесь живу. Другого места проживания у меня нет. Вот. Мне 65 лет. Зовут меня Татьяной Сергеевна, кто хочет по отчеству называть. Ребята меня называют тетя Таня. Понимаешь, мне не хочется врать, честно вам скажу, не хочется врать. А правду говорить, это не всем понять. Это настолько глубоко мое личное. Просто в семье было уже невыносимо жить. А денег снимать не было. Здесь я, ну, в принципе, недавно, еще, наверное, нет месяца. Вот так. Попал я сюда, ну, тоже по нелепой случайности. Жил в доме, дом сгорел. Или подожгли там, или что. Вот. Сам я выпрыгнул, документы сгорели. Все сгорело, в общем, все. Одежда. Выпрыгнул как есть. Повезло, что меня приютили, потому что я месяц по подъезду спал. Вроде как и две дочки есть, но у всех семьи, понимаете, дети, к ним не придешь. Жена бывшая домой не пускала, ну, развелись. Ну, всякое бывает, правильно? В общем, все тривиально. Ничего такого сверхъестественного нет. Вот все. Вообще я здесь живу. Меня похоронили в 91-м году родственники. Моя жилплощадь была, наверное, и нужна, поэтому они поделили. Я сама с Украины, с Херсона. Как мне письмо прислали с исполкома, я писала в исполком, в неизвестной утопленнице опознали меня. По, как там было сказано, по-моему, по одежде. По обрывку одежды, что ли. Даже утопленницы там, ничего не остается, рыбки же хищники, они там, или разложилось, или это, ну, опознали меня, и все, да, что такие. Могу документы показать, они при мне все эти. Меня зовут Анастасия, профессиональный работник торговли с большим стажем 25 лет. То есть это сложная такая профессия, где надо уметь предлагать товар, знать, разбираться в колбасе, разбираться в сыре. Обманный маневр пошел в том, что у меня комната в Питере была, в Адмиралтейском районе, в центре. Просто, короче, площадь Трипина. Комната 25 метров, трехкомнатной коммуналки. Ее продали за 2 миллиона. А меня прописали на 3 метрах в деревне, на 3 метрах в двухкомнатной квартире. Я даже вот не знала, что я прописана там, что она все на 3 метрах. Мошенники, которые сейчас уже поменяли все свои телефоны, представлялись хорошими риэлторами. То есть сели на уши, вот все будет хорошо, давай, соглашайся.
Сейчас там будут у тебя двухкомнатные квартиры, да там целая куча в поселке работы. Там работа только, знаете, где? В колхозе. А единственный магазин там Пятерочка есть, но Пятерочка, видите, какой момент, что там даже и в Питере, и везде в Пятерочке не берут, если есть судимость. Да, были в жизни такие ошибки. Как бы я сидела в тюрьме. Ну, давно. Я очень оптимистичный человек по жизни, да. Как бы не было плохо, я всегда про это стараюсь не думать. Стараюсь думать, что когда-то будет все-таки хорошо. Я работаю диджеем, я работаю звукорежиссером. Начал я работать в Эстонии. Я из Эстонии сам. Вначале это фотографии занимался, у меня мама фотографом была, потом я вот работал на радио, и от радио уже там, по клубу поехал. Когда нормально все было, работал все, там куча звонков, ну, все как всегда, да, обычного человека, там, кто-то в гости приходил, кто-то что-то. И как только началась данная ситуация, в которой я сейчас нахожусь, да, пропали все. У меня с 2009 года обнаружилась болезнь, у меня рассеянный склероз. Лекарств от этой болезни нет до сих пор, никаких. Болезнь неизлечимая в данный момент считается, пока что. Не, ну просто, конечно, это немного добивает то, что вот эта хромота там, и так далее. Потому что начал хромать вообще немного, а потом чем дальше в лес, и все сильнее, 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 сильнее. Я снимал просто очень долго квартиру, одно и то же. Но и за квартиру нечем было платить. Поэтому пришлось оттуда съехать. Я там 2 недели на черной лестнице пожил. Очень сильно не рекомендую никому. Ну и все. А потом переехал сюда уже. Вообще очень странно. Мне до сих пор очень странно. Я работал тренером. Детишки меня уважали. И родители тоже спокойно детей отпускали за 170 километров на 3 суток. Я возил их на соревнования. Я и сам боролся. И потом после армии пришел, преподавал. Классическая была сейчас греко-римская. Приходил это в радость, работа была. Не то, что нужно. Там пришел как на завод, надо отработать. А ты идешь просто в свое удовольствие. Ну, родился тогда Украинская ССР еще был, в Винницкой области. Потом где-то в 2-3 где-то переехал в Мордовию, в Саранск. Ну, и там, можно сказать, сознательную жизнь прожил. До 26 лет. Потом сюда переехал. Медработник в прошлом. У меня стажу 40 лет. Ветеран труда, то есть я не просто там, а вот в силу каких-то обстоятельств приходится мне вот сейчас находиться, работать, помогать людям, которые нуждаются. Человек оказался там, выгнали из дому, или он там поссорился, оказался на улице. И все, с ним там как попадает в какую-то беду. Окружение пьяниц или мошенников, или воров, или этих... Ну, в общем, вот так, такая ситуация. Он может оказаться в этой беде. Или любой может оказаться. Просто невзначай. Я не брезгливый человек. Я уже навидалась. То есть трупов достаточно перед моими глазами. Все в прошлом. Я прошла школу жизни такую, что мне уже не страшно тут. Я не боюсь. У меня нет чувства страха. Судьба каждого человека. Вот они обращаются, допустим, и мы пишем, какого года рождения, какая у него проблема, что там нужно с ним делать. Да я уже на пенсии, девочки. Понимаете? Я живу в этом районе. А когда я была директором Центра занятости Василеостровского района, вот, у меня даже медали есть за организацию службы занятости в Василеостровском районе. Знаний много, опыт большой, понимаете? И как-то хотелось вот действительно помочь людям. Самое сложное, когда человек очень болен, и он не может вспомнить, понимаете? Не может вспомнить, когда родился, где он был, понимаете? Начинает одно скажет, потом другое, потом третье. А все, что он скажет, я иду и через ФМС все проверяю.
И потом выясняется, что там у него и семья есть, и дети есть. Вот. А он или не помнит, или ему он никому не нужен. Понимаете, самое печальное. Ну, жалко их, понимаете? Вот просто, чисто по-человечески. Я здесь человек как бы новый, скажем так. Я около полугода работаю. Вот. Ну, а раньше жил здесь, если честно. Ну, я не очень люблю про свою судьбу, так сказать, рассказывать. Как бы. Я вообще сам питерский. Вот. И проживаю не так далеко, как бы, ну, проживал, скажем так. Но, опять же, по определенным причинам оставил просто свое жилье дочери, как бы, ну, вот и все. Такая ситуация. Потом попал в тюрьму, а потом, когда освободился из тюрьмы, как говорится, то, что идти было некуда. Ну, вообще, у меня специфика. Я водитель все время как бы был. Ну, вот. И я работал в такси. Вот. Ну, как-то пытался держаться на плаву, скажем так. Вот. И потом вот предложили место здесь. Как бы, ну. У нас все люди, кто здесь работают, они поначалу пришли сюда как не имеющие жилья, попали, нас так спасли от жизни на улице. И кто более инициативный, кто смог здесь работать, все с удовольствием стали работать. Я сейчас закончила Московский инженерно-строительный институт в 1976 году. Работала инженером-проектировщиком. Так получилось, что человек, который занимался кухней, уходил на другое место работы и мне предложил готовить. Я с удовольствием согласилась, что я люблю варить. Особенно люблю супы варить. Это мое хобби такое было всегда по жизни. Вот. И сейчас у меня разработано 10 типов супов. И каждый день у меня получается разный суп в течение 2 недель. Гороховый суп, фасолевый, рассольник, куриный с вермишелью, грибной, значит, харчо, овощной типа рататуй или там свежие щи, кислые щи, что еще, рыбный суп, еще какой-то один забыла. Какой-нибудь любимый супчик спрятался. Я являюсь социальным работником Мальтийской службы помощи. Вот. И одновременно, что это самое, я выполняю функцию охраны. Я в своей родне считался белой вороной. Как это так? Я армию отслужил, я воевал, я то, я это. А должен был я совсем по-другому поступить. Потому что я по национальности еврей. Я вообще овощевод. Училась на овощевода. А работаю санитаркой и уборщицей. И когда первый раз приехала сюда, ну, я приехала как человек, который поступает сюда. Я приехала к вечеру, и ни сперва не врубилась. Палатка стоит, и здание стоит, я не понимала. Вот. И куда меня положат? Ну, вот. И жилье, и живу здесь, и работаю здесь, чтобы помогать людям, чтобы они не думали, что они одни такие же. Я ничего взамен не прошу, мне не надо ничего. Я утром встаю, я мою полы, потом их кормлю, инвалидов, даю таблетки, переодеваю, подмою. И все подобное. Бывает агрессивный народ, а бывает, наоборот, ласковый и нежный. Но я как-то со всеми общий язык нахожу, слава богу. Круто, но не получается. Он прекрасно понимает, куда гонит соперник. И все-таки удается ему отобороняться, но сразу же переходит к треугольнику. Дэймон Грейси, вот он настоящий мастер бразильского джиу-джитсу. Официально я стал на учет как бездомный, это в ноябре 1994 года. Это мне было, наверное, 19 лет. А неофициально лет, наверное,
с 17. Тяжело, сложно, конечно. И в подвалах жил, на чердаках, и на улице, и возле американских мостов над водом. Просто стакан-два водки пока не выпьешь, ты не поспишь, потому что маневровые поезда постоянно днем и вечером. И там шум, постоянно стук колес. У меня такие, чтобы на земле не спать, я такие деревянные поддоны, на них картон, четыре палки, такой полиэтилен, такой, чтобы мало ли что дождь пойдет. А потом вот сварщиком пристроился, потом опять посадили. Жена родила мне первая покойная. Сейчас дочка 16 лет. И туберкулезом болел. Сейчас у меня ВИЧ еще. Ну ничего, нормально, препараты пью. Дети здоровые. Все вообще классно. Ну я сначала ВИЧ. Я узнал, когда у меня ВИЧ тут в больнице. Ну все. Думаю, как сказать жене, что говорить вообще не понимаю, не знаю. Ну, не отрита, конечно, я на колпаке посидел. Ну все. А потом думаю, ну а что теперь? Жизнь-то продолжается. Ну, отец умер, рак печени. Мать, рак грудной клетки, умерла. Одного брата сбило машиной. Один утонул. Отец умер, и все. И прошел распад Союза. Ну, воровал, конечно же, а что делать? Как-то надо было выживать. До 14 лет я знал, что мне ничего не будет. Скажем так, в кинотеатрах я в свое время оставлял, когда зарплата была 120 рублей, я оставлял от 300, 500, 800. Это когда игровые автоматы там были по 15 копеек. Вот. И кино весь день там. Допустим, там «Человек с бульвара Капуцинов», комедия наша советская. Индийские фильмы по рублю 50, это было дорого. Но это было круто, мы тогда ходили, всей страной смотрели. Ну, а так все. 7 месяцев, да, вот с 1 июня где-то по 16 января я жила на улице. Все бы ничего, но было уже очень холодно. Под конец я уже взмолилась, говорю, Господи, дай мне какое-то теплое жилье, я больше так не могу. Ночевала, значит, ну, вот в последнее время уже, когда стало холодно на Московском вокзале, там, ну, там хоть и гоняют, но какая смена. Там иногда можно днем выспаться. Есть зал ожидания, где можно, сидя только лежа, я, значит, 7 месяцев не лежала ни разу. Даже ноги опухли очень за это время. Вот. У нас менты, вот если ты сидишь на остановке, сиди сколько угодно, хоть всю ночь там. А если ты лежишь, все. А таз кричат, вопят, поднимают тебя. Это. Лежать нельзя. Так же и в Московском вокзале. Лежать на сиденьях нельзя. Только можно сидеть. Вот. Вот. А питалась как? Питалась на помойках, девочки. Кто не питался на помойках, думаю, что это какой-то кошмар. На помойке люди выбрасывают такие вещи, которых я в жизни никогда нигде не попробовала. И все аккуратненько. Иногда люди ставят, да, прям мешочек около помойки для бомжей. Лягушачьи лапки я там попробовала. Я попробовала эти улитки запеченные. Всякие вот курицы, фаршированные черносливом и так далее, и так далее. Раньше я жутко боялась. Как люди живут на улице? Это какой-то кошмар. Сейчас уже этого не боюсь. Я просто не хочу возвращаться на улицу. Но страшного в этом ничего. Выжить можно везде. И ну, лучше искать другой способ. Ну, я очень, во-первых, благодарна этому месту, что они меня приняли. Так бы, ну, ночевала где-то в подъездах, правильно? Ну, а где еще? Просто я вот сюда попала, перед этим я буквально 3 ночи ночевала в подъезде. Ну, у знакомых, у друзей, просто когда они уже там, к ним там родители приехали, у одной там, мама там с юга приехала, надо было уйти. Ну, прикидывайте, в подъезде, в холода ночевать, ну, на предчердачном помещении, что на лестнице не будешь ночевать, где люди сходят. Это ужасно, конечно, сидя вот так вот, облокотившись об стенку, и за там 2 дня съесть там маленькую какую-то булочку, это очень печально. А тут как бы и тепло, и постель чистая,
и как говорится, с голоду не умрешь. Кормят. 90% не ценят. Совершенно. Многие уходят, многие сбегают отсюда. У нас было тут два случая. Один безногий стащил у нас коляску. Еще один одноногий тоже. Только-только его привезли из больницы. Только его привели в порядок. Тоже сбежали, потому что нет алкоголя. Без алкоголя они жить не могут. И они уходят. И чувствуется, что не видят в себе сил жить по-другому. Я на улице жила, я еще и бухать начала. Между небом и землей. Да, получилось так, что уехала из своего города в 16 лет. Даже в 15. В 16 лет я залетела, родила в 17 дочку. И 4 года я с мужем прожила, я с ним научилась бухать, как говорится. И потом он умер, а я оказалась в больнице с ногами. Мне на 2 года ноги отказали. Я не ходила. И потом, когда я встала, я поверила в Бога, то, что Он есть. И, ну, все равно мне это не остановило, я дальше бухать, как бы. Многие всякие передряги были, и хорошие, и плохое, но возвращаться я больше в такое не хочу. Лучше уж трезвой быть. А алкоголь, да, алкоголь – это штука такая заразная, то, что выпил стакан, и ты потом не заметил, как через 5 минут ты уже пьяный в дупль. И все тебе мало, ты еще хочешь. Ну, с мамой общаюсь со своей. Мы с ней разговариваем по телефону, общаемся. Я узнаю про родственников, про своих, там, как, что, почем. Ну, и пока я туда не еду, потому что 20 лет – это слишком большой риск для того, чтобы с ней глазу на глаз встретиться. И как бы сейчас только так. Только по телефону разговариваю, потому что если я знаю, если я приеду туда, я могу запить там, у меня может быть срыв. И как бы для меня трезвость – это сейчас самое на первом месте, а потом уже все остальное. Похоронил родителей. Я один в семье как-то вот так. Ну и потом вот эти разлады пошли, как говорится. Все, да. У меня же и внучка есть, просто, ну так, потеряна связь настолько. Вроде бы они рядом, как бы, ну вот я пытался навести мосты, но не хотят со мной общаться, в общем, вот так. У меня всякое тоже бывало, я выпивал, как бы, ну, я вышел, я сам как бы вышел с этого. Опять же, стимул к жизни. Ну, потому что я хотел жить просто-напросто. Ну, как такового плана-то нету, как бы, но опять же, изменение к лучшему – это уже какая-то цель, правильно? То, что к лучшему даже, ну, в жизни, да, скажем. Ну, то есть, если вот так вот сопоставлять, тем был, тем стал, как бы, уже можно, как бы, судить, правильно? Я что-то добился, я как бы, все-таки идет к лучшему, это правильно? Но опять же, это в моем случае. Больше бы, наверное, хотел с дочкой контакт наладить, честно. Вот, наверное, это мечта моя на данный момент. Ну, раньше я ездил почти год, раз, два даже его домой. Сейчас уже как ушел. Не хочется, какой я приезжал, всегда, как говорится, весь при себе, при делах. И приеду сейчас, как это получится, как побитая собака. Ну, нет, конечно, как обычный, как все, но не тот, какой был. Моя гордость мне этого не позволяет. Примите Матрин. Разработан специально от боли в теле и обладает двойным действием. Способствует уменьшению воспаления и снятию боли до 12 часов. Матрин, живи полной жизнью. Стаханы у меня остались, получается, дочь, вот, 2 внуков. Правда, я их ни разу не видел, они маленькие. И общаемся, конечно, через социальные сети. Материально никак не могут помочь, потому что у них там очень низкие зарплаты. Вот. Работает один зять, дочь не работает, 2 деток. Ну, хотя даже как-то морально помощь это большую роль играет. Морально, поддержка, вот, общение тоже с ними, это уже большая роль. Не обязательно, даже материально.
Планы у меня какие? В первую очередь я хочу получить гражданство. Вот. Гражданство, чтобы получить потом уже медицинское обслуживание нормальное. То есть мне необходима квота для дальнейшей операции. Ну, это все бюрократия, полная бюрократия. Сколько ни обращаюсь, вы не один, стойте, ждите, ожидаете. У меня было 4 суда. Но суд как бы прошел бесцельно, что меня не оживил русский суд. Консульство не хочет помогать совершенно. То ли принципиально, то ли с консульством совершенно. Даже этот замконсула дал телефон, а потом я ему позвонила, что он, мне нечем с вами разговаривать. Шейку бедра сломан. Пластинку ставили. Теперь только расхаживаются от костылей на палочку. Жизнь такая, что обязательно мордой в грязь бросит. Самое главное, чтобы встать, утереться и обратно быть человеком. СПИД-центр. То есть мне нужно получить терапию, таблетки. Мне надо было прерывано следить вот с этими переездами, отъездами. Мне надо было прерывано, прерывать ее нельзя. Без этих таблеток я долго не буду жить, сами понимаете. Ну, знаете, было время разбрасывать камни, а потом пришло время собирать. В первую очередь быть самим собой. Быть самим собой. И если ты поставил цель какую-то перед собой, ну, так иди к ней, не опускай руки. Я в своей жизни тоже прошел через многое, но был, как говорится, и у старушки с косой два раза, когда служил в армии. И уже будучи на гражданке, я многое чего видел, прошел, но я не опустил руки. До обеда на станках стою, там вырубаю детали пресса, всякие разные. Во второй половине на швейной машинке сижу, шью там. Сейчас вот рукавицы, заказ у меня 3,5 тысячи. Ну, с бандитами одно время работал в Тамбовке. Осталось тоже человек 5, наверное, из всей бригады. Я ушел, серьезная травма была, битый, голову пробили. Ну, там при мне денег была хорошая сумма. Мне было тогда 19 лет. Это изделие из бересты, это обложка для паспорта, такая уже, и уже 2,5 года. Это вот Путин в будущем. Это кожа, кожаный переплет, это кора, она осветляется, обрабатывается, клеится на картон с двух сторон. Кожа натуральная, для рэперов, для знаменитых таких российских, много чего делал там, из бересты. Сейчас у меня паспорт, прописка, 2 квартиры, семья, 4 дочки. Старшая Александра, Елена, Мария и маленькая Анастасия. Ну, а достиг успеха – это упорство. Я тем более по знаку зодиака я Овен, я упертый. Любая бетонная стена прошибается. Ну, если, конечно, на пути какой-нибудь дуб вековой не попадется, можно себе расшибить лоб. У нас все какие-то с детства определенные условности у нас выработаны, что жизнь должна быть именно такая, что должен быть любящий папа, любящая мама, какие-то вот друзья должны быть преданные, еще что-то. И когда рушится, когда... ты лишаешься работы, семьи, друзей. И думаешь, а как жить-то дальше? Опоры-то нет. Вот все ушло из-под ног. И хоть это самое. И мне такой ответ пришел. Все свыше приходит, девочки. Как вы там, какими бы материалисты мы ни были, в какой-то момент понимаешь, что что-то есть свыше. И приходит ко мне ответ, только любовь тебе поможет. Как любовь? Все от меня отвернулись. Вот крах семьи, крах, значит, работы, друзья, все ушли. Вот любовь и все. Будешь бороться,
получишь, будешь бить человека, получишь в ответ. Будешь любить человека, в ответ получишь любовь. А еще мне очень помогли книги Оша. Медитация, девочки, это что-то. Вот когда начинаешь медитировать, и когда перед тобой открывается вот красота жизни, покой, тишина, потому что сейчас мне ничего не страшно. Я знаю, что со мной всегда высшая сила, и она меня повернет куда надо. Я ничего не планирую, не загадываю. Жду, когда свыше будет какой-то знак, как я говорю. Когда я почувствую, что я просто здесь не нужна, а тогда уйду. Так что живите эту жизнь и наслаждайтесь. У меня «С мокром забота» – любимая композиция. У меня Pink Floyd «Леди в черном» – тоже любимая композиция. Она у меня записана аж дважды на флешке. И «Beatles Bebop». Я люблю уют, честно. Чтобы было все хорошо, уютно, комфортно. Надеюсь, когда-нибудь я оживу и сделаю уютик какой-нибудь даже в общежитии или куда мне там ДНП направят. Я верю в Бога, я утром просыпаюсь. Говорю, слава Богу, я сегодня проснулся. Значит, все будет хорошо. Останавливаться все равно нельзя. А мне кажется, что я остановлюсь тогда, когда уже вообще буду неподвижен, если доживу до этого возраста. А пока ноги, руки, голова есть, наверное, все не так плохо. И еще одна вещь в жизни не умирает – это надежда. Она всегда последняя умирает. Ну, на Бога надейся, а сам не плашай.